Всем привет, ребят! Мы тут съездили в магазин, купили розеточки. Немножко того, что нам не хватало. Это рядышком с Барселоной, в Бадалоне. Сюда мы давно планировали съездить. Еще купили такие вот профиля для подсветки. Оно уголковое такое, ну прикольно. В общем, сейчас загружаемся и едем в Икею. Да? Да, я не пойду в игровую комнату. Не пойдешь? Почему? Что ты там, покажи, что ты там в магазине набрал. В общем, там в магазине кусают цепь. И от цепи остаются на эти кусочки. Мишка себе их насобирал. Ребенку надо. Надо, надо. Очень. Мы уже в Икее. И дети тут облюбовали вот эту комнату, но она правда классная. У нас грядет все-таки переделка детских комнат, и вот Ванечке вот такой вот вариант нравится. Аня убаюкала. Аня убаюкала. Аня, кстати, тоже хочет двухъярусную кровать. Аня у всех уложила спать, но вообще нет. Ладно. Наверх нельзя. Детишечки мои, это все хорошо. Пошли кушать сначала. Давайте пойдем позавтракаем. Сможем ли эту комнату купить? Ванюша, ну прямо эту комнату точно нет. У тебя же есть своя. Мы можем какие-то элементы декора купить. Мебель. Да, я хочу как это. Пойдем кушать. Пойдем. А потом мы решим. Телевизор. Не, вот телевизора в комнате у тебя точно не будет. Потому что он там не нужен. Аня увидела девчачью комнату. Теперь ей нравится здесь. У меня есть вот своя. Смотрите, я покажу маме. Мам, я уже снимал. Все, Аня теперь нравится здесь. Мы все никак не можем дойти. До еды. До еды. Аня, кушать идем? Мясо? Нет. Ух ты, прикольная какая штука для кепок. Для кепок, да. Класс. И правда прикольно. Ты что, она легла спать? Ты уже легла спать? Красота, да, здесь? Идем. Да. Идем кушать, сыночек. Все, пойдем. Ребят, идем. Завтра заберем. Аня, пока-пока. Куда ты в обуви покупаешь? Ребят, вот как нужно ездить по магазинам. Удобно? Да. Я не такая бедная. Спать хочет. Тоже хочет? Только не усни. Я не сплю, как вышла. Ты показывала, что мы взяли сынок? Что вы взяли? Краски? Для улицы. А-а-а. Парни, не дай мне рисовать. Какой долгий лифт. Ух ты. Класс. Провода. Да, и провода, которые постоянно портятся. Очень, кстати, много людей. Окей. Ребята, после Икеи, конечно же, мы приехали к Наде, заказали пиццу. Так что мы сейчас будем кушать вкусную пиццу. Анечка поспала. У нас была идея фикс, и она сработала. Я безумно этому рад. Мы его придерживаем. Да. Мы сначала съездили в Икею, все там купили. И приехала ли к Наде, чтобы Аня поспала. Чтобы у нее обед был. Сон обеденный. Да, сыночек? Мы первый раз заказываем. Нет, нет, Ванюш, это не первый раз. В Испании заказывали. Да, ну у нас просто нет доставки пиццы. А, вот сырная. Это у нас печи, смотри. Да. Очень похоже. Очень похоже. Это острая. Это наша. Да, это наша. Давай на отрывай, чтобы прям в коробочке оставить. А Ванюша себе заказал. И Анютке сырную. Да. Вот такая вот сырная. Давай пицца. О, мы в одно, все можем в одно. Воу! Да. Да что, сейчас будем есть пиццу. Соуса? А я не знаю. Кстати, просто да, почему-то без томатного соуса.
Ну, не знаю, Ванюш, но я уверена, сыночек, она очень-очень вкусная. Держи коробочку. Че, готовы кушать пиццу? Да. Да? Молодцы. Уже сидят. Сидут, ждут, хотела сказать. Мы сделали ресторан. Да, вот они сделали здесь ресторан. У нас тут и чайничек. Эру-папа. Надя заразила детей Эру-папа. Тут у нас вот тоже ресторан. Вы понимаете, все у нас тут продумано. Подгорелое. Как у нас. Да, вот черненькие. Мы научились вообще даже без вот этого делать. Да, да, да. Че, доставай нож, ищи ножницы. Сейчас, он еще придет. Да. Аня пошла искать. Ты куда пошла? А, Надю искать. А вот и Надюшка. Наша путешественница. Ты хочешь меня, чтобы я пиццу, да, разрезала? Они ее не разрезали, но разрезали. Да. И представь, вот это сырное без томатного соуса. Ничего, без томатного соуса? Ну, просто сыр на лепешке. Я так вам это место рекомендовала, оказывается. Не, ну... Ну, выглядит, как у нас в печи, когда мы готовили, помнишь? Очень похоже. Ну, у вас томатным соусом. У нас томатным соусом. А еще мы Надюшке привезли с Абу-Даби такую классную игрушку. Надя обожает табаско. Я когда увидел эту игрушку, я понял, что... Смотрите, какой классный цыпленок. С бокалом? С бокалом табаско. А вот и подруг. А вот и подруг. Скич. Скич. Стич. 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 Ты смотрела этот мультик, Вань? Да. Да? Какой мягкий. Вот смотрите, шикарный стул. Да, и очень удобно. Легкий. Да. На каких стульев можно вообще много поставить вокруг этого стола? Я вообще не буду занимать место. Балансировать. Смотрите на Аню. В общем, ребят, мы уже дома. Мне кажется, мы дома еще не снимали же, да? Нет, мы нет. Мы привезли Надя. Мы ей пообещали, что мы ее будет... взяли в руки и принесли. Да, мы ей пообещали, что у нас солнышко здесь классно, и вообще будем купаться. Да, чтобы завтра на пляж поедем. Короче, мы приезжаем, у нас здесь покапало, но, короче, были тучи, похолодало, а завтра вообще обещают дождик, и, короче, у нас все то, что мы запланировали, накрылось. Ну, завтра будем смотреть. Да. Даже в пасмурную погоду, если дождя не будет, нужно поехать. И ветер. Главное, чтобы не было ветра. И холодно, чтобы было да. нормально. И чтобы не было холодно, чтобы было тепло. А мы возвращаемся к нашей рубрике. Читать комментарии вместе с Надей. Может, Надя чем-то дополнит. Интересно. Итак, первый комментарий, который набрал 272 лайка. Какой холодильник с мороженым дома? Это мечта. Живешь в доме, да, ну или в квартире, что ты хочешь мороженое, просто открыл и взял любое. Не какое-то одно, которое ты купил вот сегодня, а любое на выбор. На ну выбор. И плюс еще дети есть, им тоже это очень нравится. В общем, мы тем в том году так делали, да. Да, у меня такого тоже в жизни никогда не было. Мы всегда приходили и выбирали какое-то одно, чтобы купить. Ну, как у всех, наверное. У меня просто из детства есть воспоминания, мы приезжали к нашим друзьям родителей. И у них был в доме магазин. И в этом, получается, в доме у них был морозильник полный мороженого. Мне это так впечатлило в детстве, что я такой думаю, у нас не будет магазин. Ваня в 30 годиков купил морозилку в дом и завалил его. Для детей это классно. А где это, у кого было такое? Тетиры. Ты не помнишь? Нет. Тебе это не запомнилось? Нет. Я не помню, что было так много мороженого. Я брат помню, и сестра росли в одной семье. Вот эти, знаете, холодильники. Я больше помню, что у них там был большой аквариум с этими, с рыбками. Ну, то, что к ним все приходили покупать мороженое. Ну, этого я не помню. Вообще отбилось. Ну, вот видишь, росли вместе, а я этого не помню. Да? Мне рыбки больше не помню. И что у них там вяленой рыбы было дофига. Они тоже продавали. А то? Какие бизнесмены. Ну да, они же единственный магазин были. Магазин был
А где этот магазин был? Ну, их дом это и был магазин. Это станция там. Да? Отлично, прикольно. Так. Отлично, помню. Ребятки, выбирайте комментарий. 209 лайков или 130? 130. 209. Кто первый сказал, тот и выбирает. Потому что как я буду между ними? Выбираем 130. У Вани ангельское терпение. Понял? Не знаю. Да. А что вы показали видео, что они так и решили? Ну, потому что я, когда делала эту стену, мне ничего не получалось. И писали, что у Вани ангельское терпение. Я отвечаю, читаю ответ. А что такого? Она же пробует первый раз. Он и сам несколько дней мучился, сказала же. Ну, правильно. Вот. Ну, в общем, я подошел к пониманию. Так, следующее, выбирайте. На раз, два, три. Я сейчас скажу вам номер, потом скажу раз, два, три. 106 или 105? Раз, два, три. 106. Все, читаем 106. Мане даже не дали выбора. Катя, твоя попытка помочь с ремонтом замечательна. Но лучше, как говорится, в идеальной семье папа работает, а мама красивая. Ну, так. Ну, у тебя было желание по поводу? Да. Слушай, ты уже свою руку внесла. Да, я уже там что-то наляпала. Я помогла, все. А вот эта зона, это я и сделала. И как минимум я все это придумала. Так, и тут ей пишут. Смайлики с текущим потом и смеящимся. Слушай, покажи мне этот смайлик, мне очень интересно. Ну, сбоку, потик. Ну, когда улыбаешься и пот, капелька пот. Валя, Валя, Валя. Ты так, посмеялась от души, пытка не пытка, молодец. Смешно, но если серьезно, готовит, убирается Катя, это никто не берет в расчет. Ну как никто, я беру. У меня муж берет в расчет, и все, кто рядом со мной. 6, потом сейчас. 6 или 105? Да. Давай 6. 6. Ой, какое платье вязаное, красивое, когда у бассейна сидел с протеиновым напитком, рассматривала, как сидит и выглядит. Очень идет тебе, Катя. Спасибо большое. Я постараюсь... Нет, не буду этого говорить. Очень большое спасибо. Мне безумно приятно. Я хотела сказать, что мы оставим ссылку на это вязаное платье, но я понимаю, что мы этого не сделаем. Но мы это сделаем не сразу, не прям с утра. А днем, когда начнут писать комментарии, где ссылка, я такая, блин, ссылка. Это как с ТикТоком? Да, это как с ТикТоком, потому что я сказала во влоге, что вставлю ссылку своего ТикТока. Ваня, естественно, об этом забыл. Я потом утром читаю комментарии, типа, а где ТикТок, как найти ТикТок? И я уже сама добавила ссылку на ТикТок. Откуда платье-то? Алиэкспресс. Да? Да. Да, надо знать, кстати, очень хороший продавец, идеально все пришло, и главное не сушить в машине это вязаное, этот разводец. Да, оно потом станет супер маленьким. На Ане. Да даже Аня не влезет со своими длинными ногами. Давайте последний комментарий. Это так рандомно, так раз-раз-раз и читаю. Ну, про огурцы, наверное, не очень, я буду поливать их каждый день, ребятки, я сегодня уже полила огурчики. Какие огурцы? О чем оно? Почему огурцы? Вау, очень фен красивый. Спасибо, он правда очень классный. Ну давайте, 3 или 79? 79. Какая ровная стена. Ваня молодец. Видишь, как это? Люди оценили. Откуда вы знаете, что она ровная? Не, ну она правда ровная. Ну да, она ровная. Она ровная. Ты старался 3 дня, блин, эту стену галимую делал. И ровно сделал, хорошо сделал. Под конец вообще быстро начало получаться. Учитывая, что человек впервые это раз сделал, сделал настолько ровно. Круто, молодец. Не, ну, факту, эта стена, потом еще должен быть следующий слой тонкий. То есть ее можно довести прямо вообще до идеала. Идеала. Но на линии плитки не. Так как это улица, зачем? Мы это, естественно, делаем. И там будет плитка. Дальше, часть будет плитка. А что там за плитка? 3? Катя. Мастер на все руки. Но тут лавра мне. И огород садит. И стены шпаклюют. Супер. А на самом деле круто, когда человек изъявляет желание научиться чему-то новому. Круто. Ой, это очень круто. Ну вот на такой веселой, хорошей ноте, я думаю. Сейчас. Последнее.
Про огурчики. Про огурчики. Как мы без огурчиков-то? Скоро еще помидорки. Ну это правда хороший. А помидорчики будем? Помидорчики? Я хочу карликовые черри найти. Какие? Вот, карликов. Вот смотри, вот. Карликовые черри? Да, чтобы небольшой кустик. О, боже, они еще черри, еще карликовые? Да. Потому что обычные черри это такое длинное растение, и уже на нем уже висят вот эти ветви черри. Ну, это высокие прям такие помидоры. А я хочу карликовые, знаешь, что прям как кустик небольшой такой, и были помидорки. Ладно, огурчики. Я предлагаю, смотри, огурчики, помидорчики. А, прям вот с этих вазонов? Помидорчики, да, так вот у нас в флэше растут. Огурчики тоже будут карликовые? Нет. Такие. Как эти, знаешь, которые есть маленькие? Нет, то, что сами огурчики будут и такие, это не говорит, что куст не будет вот такой. Вот эти вот кусты, как... Дядь Вова. Читаю. Так, огурцы надо подсыпать земельку. Подсыплю. У нас есть земля? Есть. Подсыпем. Подрыхлить и подкормить. Кстати, подкормка есть, и подрыхлить могу. А чем кормят огурцы помидоры? Навозом. Майонезиком? Навозом. Специальное жидкое средство есть у меня. Навозом. Надо покакать. И будут огурчики для малыш... Нет, пожалуйста, человеческим навозом не надо ничего подкармливать. Я не говорил, что мне. А кому? У нас есть эксперт. Ай, запас. Ну так вот, подкормить, подрыхлить, и будут огурчики для малышей. А за старание молодец. Но спасибо большое, мне очень приятно. Кстати, здесь кто-то что-то ответил. Еще поливать каждый день желательно. Возьму на заметку, сегодня уже поливала. А там разве нет полива? Нет. Вот поэтому они не каждый день поливают. Ну я сегодня полила. Не, ну я имею в виду, можно что-то просто добавить, полить туда и все. А вот пишут, у них автополив. Нет, именно в том кашпо, где растут огурцы, там нету автополива. Там нужно сделать. Так она хотела полить, но отложила до вечера. Ладно. Ну правильно, потому что я знаю правила, что поливать нужно вечером, а не в жару. В жару нельзя поливать. Вот я не поливала в жару, я дождалась вечера и полила вечером отстойной дождевой водой, между прочим. Отстойной водой. Она отстоялась? Дождевая вода, отстойная, отстойная. Угу. Поправьте меня, как правильно. И я ей полила ими огурчики. Круто. Да, они выросли. Майя, как тебе впечатление от наших ответов на комментарии? Очень интересно. Я тебе все про огурчики. Кстати, ты завтра... О, давайте вы напишите в комментарии, и мы с Надей поотвечаем тоже. Давайте. Так что пишите. Пишите. Да. Завтра. Ой, завтра будет много интересных комментов. Да, в том же месте, в тот же час будем отвечать на комменты. Да, это прекрасная идея. Пока-пока.